Включу. Нормально пристало. Дима, угадай, куда полетит первый заряд с ХЕ. Дим, там приз зон, ты меня сейчас убьешь. Не, не, нормально. Я надеюсь. Ладно, не будешь рисковать. Я только снайперскую трубу себе взял, Дим. Дим, ну сука, ну хватит, блядь. Чего? Это вообще... Грэнд... Там уже фриз дом. А, да. Грэнд зёвт пчёлыч, понимаешь? Если он у меня забагует, я убью тебя, мустаж. Я слышал, да? Чё главное, ставь его на ровную поверхность, а не выше себя, чтобы он на тебя не опрокинулся. Это про тебя, пчёл, понимаешь? Ставить на ровную поверхность, чтобы не опрокинулся. Быстрее, Дим. Дураку понятно, тут понимаешь, он текстурку может какой-нибудь зацепить и просто, блядь, останется на месте. Гужевины, хватит хуйню сюда. Где все, блядь, остальные? У меня ничего, релиз и рейз лоуэр забагается на всю игру, и будут у меня светить. Такую игру, когда чувака связали и не смогли развязать никто. Вот, представляешь, сейчас такой же будет. По-моему, даже не один раз так было. Можешь, сможем. Уа, имбичный тот так сделал. Пчёл. Чё это у тебя за хуйня? Блин, смогли. Короче, обидно. Дим, иди сюда. Уважаемый мистер Аутист Мустаж. Короче, задача, блядь, выкиньте. Занимая вот запада мост, там будет укрепление, вот где на восток от нашей метки, там два дома, там. Оптика М145. Акробат занимает возле. Вот в доме, там разрушенный дом будет возле нашей метки, там где позиция АГС, с оптикой там засядешь. Собственно, подносчик с ним. РПГшник тусуешься. Кто? Миф? Луди он остался на базе, блядь. Он вышел. Миф пытается нам что-то сказать. Если только будет рюкзак, можно сходить, вытащить у него все изнутри. Где мне сесть метку поставить? Пока он еще не ищет. Да я что-то тоже не понял. А, он врагов ищет. Простите, он врагов ищет. Я себе метку поставил, да, вот здесь буду сидеть. Нет, User joined your channel. Это просто и наша ответственность. User joined your channel. Да не, я играл в Артур. Блять, и все, чистая местность, нахуй сидеть. Я играл в Артур Честру, ребят, такую же карту. Да укрепление с моих последних игр. Это гранат. Ну, я и делал это название. User joined your channel. Самая мудаческая карта. Да. Спорить, я просто сяду здесь. А еще там на эту карту можно через текстуры стрелять на мосту. Брось, никто не пойдет через мосты, блядь, ничего. Ну так, уважаемый мистер Аутист Мустаж, почему у медика нет прицела коллиматорного, блядь, у всех есть? Нахуя? А остальным-то нахуя? Зато у него карта есть, слышь, у него карта есть, у меня нет карты. А у меня есть карта? Он медик. И чего? Ты чё, идиот? Блядь, ты чё, идиот, почему у всех есть? А что, с коллиматором побегать нельзя? Да медицина-то есть, медик? Есть, блядь, медицина есть. Меняю на прицел. Меняю на прицел. Радуйся, что карта есть и медицина, у меня ничего этого не было. Давайте как этот Орлов. Ты какой-то неправильный, блядь, медицина. Да. Положи чутка медицины в рюкзак. Чего тебе именно? Бинтов? Да. Морфина? Морфин, ну одного мне, я думаю, хватит. А вот если ты мне, если бинтиков подкинешь, ну у меня их, блядь, не очень много. Я себе дам 4 штуки. 4 штуки кину. И морфинчика. У меня 8-9 лет получает. Эмпа, идиот, как ты, блядь, без рюкзака выдержишь? Чё ты голос? Я не могу. Тебе в рюкзак положил. Том, заныки ту карту заберу. А, всё, вижу, спасибо. Трясёт, ну пока он там просто стоит. Напиши мне, спасибо. Да он не отвечает. Зачем человеку блок? Застрелиться?
Это надо мусор застрелить. Жень, проголосуй за старт уже, да, постоит. Сложно за старт голосовать, да, мусор? Он не знает, как спросить. Ящиком поебал. Ящиком поебал. Там убийственная вещь, на ящик. Надо ходить с ящиком. Если еще весь дамаг заберет с ящиком. Да. А в него пули рикошетят? Да. Даже танк его не пробивает. Так что на танка, блядь, на танк пойдем с ящиком. Даже боги не могут остановить этот ящик. Именно. Да, если а у них есть техника, кстати? Да, легкая техника. Есть, да? Легко, кто я? Саш, почему? Стартам, как всегда, блядь. Как вертолет, так не у нас, блядь. Ты мне можешь объяснить? Арбор, ты кто? Поставь сюда, проходит ящик. Здорово, ребят. Да, мусор самый руинищий просто вообще персонаж на хармоде. Я просто сейчас пойду прям... Да, блядство. Да, блядь, чего я тебе говорю? Представляешь, у всех есть эти коллиматоры, кроме меня. Чё тебе один коллиматор зашмотил? Тебе блядь, это, крыса. Иди сюда, заебал. О. На, нахуй. Коллиматор ебучим, да ебёшься. За меня старый бетер. Не люби, оружие. Артём, держи коллиматор. А Вим сказал, что... Коллиматор зачем? Иди, на, возьми. Чего? Вот, коллиматор. У меня есть. Вот он так же ходил где-то. Есть много булочек, а ты ходил в детстве? Почему у других детей есть мозги, а у меня нет? Блять, тупой, ты такой тупой. Почему ты даже... Ладно, когда играешь за американцев, понятно, что по структуре у них М-ки дерьмовые. Но сейчас-то почему нельзя автоматически дать? Объясни. Мусор. Почему ты не мог дать нормальные М-ки, которые в автомате стреляют? Берешь, так вот делаешь. Там мусор. А, 16, я, ой, вообще М16, нет, М4, то есть М4 это карабины, им заложены либо ну, раньше экипажи, либо войска специального назначения. Ну слушай, почему ты всем не дал отдачи из Z-ки, нет? Да, пользы было больше. То есть, чтобы как в этом ретро-честре все бегались. Да. Девушка с мужским голосом! Чего? Хулеванул. А, вот это, наверное. А, ластик. Привет. А. Привет, чувак. Привет. Ты лицо хотя у меня, ёлки-палки. Мне кажется, это специально сделано. Там мода негры, девушки. Это лучший скин. Вообще. Это, чтоб Орлорда с мусором отпугивать. Бояться, да? Да. Потом а почему так долго жил в обычном кодыче? Питонос у тебя прямой какой-то. Все так руки сразу не достают. Где девушка? Да вот она нужна. Дэйл, ты же любитель, давай иди знакомься. Не, нихуя, бля, и голос мой тоже. Не, нихуя не любитель. Что, он тебе нравится на голос? Блядь, вытяните меня. Когда я захочу... Пчел, скиньте стяжки, скиньте стяжки. Блять. Свяжи Дейла, свяжи Дейла. Вяжи себе, блять. У меня кончились стяжки. У меня стяжки кончились, я так говорю. Я тебе говорю, стяжки кончились. Так вот, ничего нам теперь делать. Я на пчелу все потратил. Будет и с акробатом. User left your channel. Какой акробат, нет. Он говорит, знаешь, куда идти, я не знаю, куда идти, но ладно, пойдем. Можно ему полис? Не знаю, куда идти. Вообще в TeamSpeak мне заходил чувак с ником Акробат. Это был акробат. У него просто было плохое настроение. Давай ты каждый день поебал бы. Хуем. У тебя классные фантазии. На, полис. У тебя карта есть? Блять, ты ебал. Так, инжект морфин. Пчел с нее стрелял, дави. Ты знаешь, что мне там это? Пошли снаряды можно подрывать на воздух. Нет.
Я разговорчик. Посмотрю, сна пускаю. Так он атак на них. А интересно, если съезжать Роуда, ящик упадет или нет? Скажи, что делать отсюда. Я говорю, 240. Вы как думаете, упадет ящик? Дайте сяшки кто-нибудь. Что-то не слышно. Дим. Может, у вас медведь? На ней. Плагин. 4, вот, на, возьми. Сейчас проверим. Давайте я плагин. Только тихо. Да там... Ну не плагин делать. Почему мы стоим? Я сейчас развернусь, тебя ударю нахуй. Я заметил. User was moved to your channel. Ты какой эксперимент тут? Я не знаю, я просто... Дима, дай стяж. А, у вас такая же другого отделения. Давай теперь ты попробуешь. Игорь, смотри в эту группу вы. Потому что касался видно только мне. Тёмыч, иди, пока он не видит. Я буду его отвлекать, а ты сядешь. А он стрёмный. Такой стрёмный. Хотел запустить на второй игре. Обновил еще на E5 вышел. Ну, блядь, надо будет скачать. Он, кстати, новый. За него у меня звуков нормальный теперь. Окей. Я вот только стоял, когда за ангаром. У меня там, ну, охуительно было то, что я не прямой звук именно, а то, что до меня редко доходит. User left your channel. А как связать-то? Сука, я User joined your channel. Ты серьезно говорю, блядь? И нахуй. Ну и нафиг. Ну все. Нафиг было это делать. Чем он отрубил? Отдай его. Мне отдай. Как из него могилу сделать? Блять, чё за хуйня? А сейчас? Он Рурда прибил. Микрофон активирован. Встречали воскресшего Кэмпа. Кэмпа воскресен, кстати, парни. Поистину, Ваня. Еще я добежал до этого холма, где наша метка и стройка. Я не